Многим людям это имя ни о чем не говорит, и в одном ряду с другими, как история звучит, как забытое предание про учителя Христа. Путь земных его скитаний, кровь Голгофского креста. Ничего они не знают о спасительной любви, и душой не прибегают к возрождающей крови. И открылся перед ними темный свет его лица. Многим людям это имя, только имя мудреца. Иисуса имя мне всех милей. Иисуса имя в душе моей. Иисуса имя. Сердце я свободен, я прощен. Кровь Спасителя живая смыла все грехи мои, очищает, исцеляет милость Божией любви. В этом имени чудесном торжество моих побед, в нем источник сил небесных, вечной жизни дивный свет. В нем спасение, основа, жизнь отрадна и светла. Перед именем Христовым убегают силы зла. Иисус.